Привет, дорогие зрители, подписчики и гости канала «Лесной строитель». Пришел в землянку свою, а пока дошел, поймал двух клещей на себе. Ну, вот так вот у нас медведи в лесах не водятся здесь, но зато клещей прямо очень много. И как начинается сезон клещевой, приходится как-то себя пытаться обезопасить от них. Ну, я вот такими репеллентами обычно одежду обрабатываю перед тем, как войти в лес. И потом уже, когда дошел до землянки, тоже смотрю, если на мне клещи, снимаю их и еще раз обрабатываю одежду. Хотя, честно говоря, я не особо уверен, что они как-то помогают. Если у кого-то есть опыт, ну, может быть, кто-то знает, какое средство лучше, да, то обязательно напишите об этом в комментариях. А у меня сегодня очень много планов касательно внешних изменений землянки. Хочу сделать тандыр. У меня есть костровище. И это костровище постоянно осыпается. То есть, во-первых, оно небольшое по размерам. А во-вторых, оно сделано у меня камнем. Я его выкладывал, да, речным. И он постоянно под воздействием огня трескается. Чернеет, трескается и, в общем, сыпется, разваливается. А после того, когда я печь сложил, еще осталось порядка 25 кирпичей. Пожалуй, сделаю я такой своеобразный тандыр. То есть костровище разберу и выложу из кирпича его. Побольше размер будет, поглубже. Ну и крышку у меня будет закрывать, и этот тандыр более плотно. Ну и по мелочи, пора бы уже сделать, наверное, дровник, я так думаю. Хотя зима-то уже кончилась, и дожди закончились. Летом дождей особо-то и не бывает. Ну а вам желаю сесть сейчас как можно удобнее, принести себе поесть, налить чаек. Ну и приятного вам просмотра. Пора начинать.
конечно. Не так уж и холодно сейчас. В землянке плюс 6. Но я решил все-таки печку затопить, чтобы помещение просушить. Потому что, блин, ну как ни крути, все равно весна, влажность. Да и вообще землянка — это помещение, которое находится под землей. Сырости здесь в любом случае не избежать. Хотя вот, например, первая землянка у меня вот почти практически все сухо там, когда я прихожу. Здесь немного более сырой лес. И, соответственно, поэтому и внутри моего строения тоже больше влажности. Да, опять сегодня по мелочи закупился. И вот вроде... Так. Какая у меня задача? Сейчас все камни отсюда убираю. Раскапываю яму лопатой, которая у меня спрятана здесь в надежном месте. И после чего, ну, подготавливаю нужного размера яму, да, и после чего выкладываю ее кирпичом. Я так предполагаю, что она по диаметру будет плюс-минус такой же, но она будет глубже. И самое главное, аккуратнее. Ну и повторюсь-таки, камни вот так вот не будут трескаться, лопаться от огня при нагреве, видите? Вот они уже мелкие, прям море их. Потому что это известняк. Я, честно говоря, сам в шоке, что столько кирпичей у меня осталось после печки. Просто когда я складывал печь, я привозил сюда что-то порядка 110 кирпичей. Ну, приносил, привозил, а в итоге израсходовал 85, по-моему. То есть вообще очень экономно печь получилось сложить. Но вообще я всегда стараюсь с запасом брать. Что-то типа этого я хочу сложить. Но, наверное, чтобы сделать тандыр выше, можно еще и кирпич на ребро ставить. Зачем заниматься ерундой? Да, так даже он выше получается. Экономия какая будет большая. Надо переделать. Значит, тогда диаметр примерно такой получается. Но кирпичи будут ставиться на ребро. Сейчас еще раз сложу, чтобы было понимание, что я буду делать. На самом деле, я сам не берусь судить о правильности своих действий.
скорее всего, что-то я могу делать неправильно дальше в своей работе. Поэтому ни в коем случае не учитесь у меня. Это всего лишь мой собственный опыт, которым я делюсь с вами. Ну, а вы уже вправе делать для себя какие-то выводы. И либо применять то, что я делаю, либо не применять. Посмотрим, что получится. Теперь у меня ясны размеры ямы, которые мне нужно выкопать, да, и по глубине, и по диаметру. Соответственно, сейчас буду раскапывать свое бывшее костровище, и, возможно, вот эти вот срезы деревьев придется убрать, потому что они будут съедать пространство. Что ж, пойдемте найдем лопату. Я думаю, что никто ее не забрал. Спрятал я ее в надежном месте, в кустах. Погодка хорошая сегодня опять. Вроде бы и не жарко,
Ну и не холодно. Утром что-то плюс 3, по-моему, было. Сейчас плюс 14. Песчаную подушку решил все-таки я сделать. По сути, я не знаю, насколько она нужна для тандыра. Тандыр все-таки, ну, 28 кирпичей. Нагрузка ни о чем. Но все равно земля воду впитывает, потом замерзает. Все-таки песок, наверное, необходим в таком случае. Да и как минимум просто подровнять поверхность. Повторюсь-таки, я не строитель ни в коем случае, несмотря на то, что канал мой называется «Лесной строитель». Я просто учусь, так скажем, приобретаю какой-то опыт и провожу эксперименты. Естественно, предварительно я ознакомливаюсь с различного рода литературой по данной теме. Ну и делаю какие-то свои коррективы. Немножко отхожу от шаблонов. Все-таки интереснее, когда ты вносишь что-то свое. Птицы сегодня что-то не поют особо. Ну и ладно. Зато наблюдать за лесом одно удовольствие. Травка всходит уже зелененькая. Насекомые начинают уже летать, ползать. Ну, конечно, клещи не очень мне нравятся. А туда дальше, к июню, уже и комары здесь будут одолевать. Да они уже в мае здесь начинают кошмарить. Когда я печку складывал, было очень много комментариев, что никто не кладет печь с помощью цементного раствора. Но, дорогие мои друзья, я цементный раствор и не использую никогда для того, чтобы сложить печь. Есть специальные печные растворы для кладки кирпича печного. Может быть, кто-то об этом не знает. Возможно, я такое допускаю. И вот как он выглядит. Вот такая вот смесь кладочная, глина шамотная, жаростойкая. Это ни в коем случае не цементный раствор. С чего кто-то это взял, я вообще не понимаю. У меня даже остатки там еще в мешке валяются, за печкой тоже потом достану, покажу. С помощью которого, ну, какого раствора я печь сложил. Поэтому будьте внимательнее. Ну, либо, может быть, кто-то не знает, тогда посмотрите в интернете. И если в чем-то я не прав, то обязательно всегда поправляйте меня. Вроде ничего так, процесс пошел. Сейчас хочу дойти до ручья и набрать там водички. Единственное, что меня напрягает, это то, что весной очень много клещей. Дело в том, что меня в детстве уже клещ кусал. Ну, мне было лет, наверное, 10, и мамка по голове что-то гладила меня. Я чувствую больно. Ну, я и сказал об этом. И вот где-то, наверное, вот здесь вот она рассмотрела с помощью лупы и с помощью отцовских глаз. Ну, отец мой увидел там клеща. Жирного. У него уже задница вся распухла. Ну, правильно, кровью насосался. И вот с того времени я очень их опасаюсь. Ну, ничего, сейчас приду в землянку и буду проверяться. Thank you.
Все. Два ряда выложил. Особо я раствор не использовал, потому что, ну, блин, мне кажется, здесь не будет такой нагрузки на стены. Я думаю, и так все будет в полном порядке. Никуда ничего не денется. Сейчас выкладываю последний ряд, но его уже выкладываю боком. То бишь, вот так вот.
газонная трава мне пригодилась. Отлично. Теперь надо подумать, куда мне деть этот камень? Да, тут булыжников этих много. Достаточно для того, чтобы сделать, ну, например, какую-то клумбу, да? Ну, а может быть, не знаю, еще что-то, какая-то идея у вас возникнет. Ну, не выкидывать же их, в конце концов. Ну, по лесу, понятное дело, я их разбросаю. Но немного жалко труд, потраченный на доставку этих булыжников сюда. Сейчас немного наведу порядок здесь. Сделаю крышку для тандыра. Ну, а там, глядишь, как раз он и подсохнет сейчас через часок-два. На улице тепло, уже он около 15 градусов. Крышку, специальный базальтовый утеплитель, не горючий, я взял степлером, его прибью и вырежу по кругу, чтобы прямо ровно в размер к крышке. Тепло все будет отражаться от базальтового негорючего утеплителя. Еще у меня в планах было сделать дровник сегодня. Ну, надо подумать. На самом деле время уже приближается к 6. Солнышко потихоньку садится. А хочется есть. Может быть, имеет смысл даже заняться ужином. Наконец-то можно спокойно заняться ужином. Слюнки текут, хотя, казалось бы, у меня на столе лежат только овощи.
Картошка, перец красный, помидоры, кабачок и шампиньоны. И готовить я сегодня буду овощи на вот таких вот шпажках. Знаете, сначала хотел, планировал приготовить все это дело в тандыре. Ну, а тандыр в целом не горит, то есть пусть он подсыхает. И в следующий раз, когда я сюда приду, уже приготовлю что-нибудь вкусненькое в тандыре. Да, и было бы здорово, если бы вы предложили какую-то свою идею, например, да, что приготовить в тандыре. Напишите об этом в комментариях. Может быть, в следующий раз, когда я сюда приду, мы приготовим с вами это вкуснейшее блюдо, которое вы мне напишите. Картошку чищу, кабачок чищу. Потом все это дело режу кружочками. Помидор просто пополам. Перец как получится, то есть такими дольками любыми, да, как выйдет. Ну и грибы тоже располовиню. Добавлю оливковое масло, перца. И еще в рецепте я прочитал, что нужно добавить томатную пасту. Зачем? Я, честно говоря, не знаю, затрудняюсь ответить. Но все же мы ее добавим. Что ж, давайте приступим. Теперь каким-то образом все это дело нужно перемешать. Вечереет, и птички распелись. Днем я их вообще не слышал. Ну, либо я был так увлечен работой, что просто не обращал внимания. Лес затаил дыхание, деревья вообще не двигаются. Ветра нет. Тишина. Вот только здесь, наверное, и можно получить полное умиротворение и спокойствие. Вот просто посмотрите на эту картину. Вообще обалдеть.
Единственное, надо, наверное, все-таки тентом натянуть. Тент под этими бревнами, да, и потом их степлером прибить. Для того, чтобы никакие осадки не создавали дополнительную влажность моим дровишкам. Я не буду лукавить, скажу правду, еще минут, наверное, 5-7 нужно было подержать овощи в печи. Они, в принципе, практически готовы, но вот картошка еще не совсем. Ну, а так, в любом случае, очень вкусное блюдо. Маринад такой, ну, интересный, да, получился, томатная паста, оливковое масло и специи. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Очень здорово, что мы вместе с вами провели вот так вот на природе время. Но будет еще лучше, если вы потратите буквально минуту своего времени и поставите лайк под этим видео, ну и напишите какой-нибудь комментарий. Ну а те, кто смотрит видео без подписки, не забывайте подписываться. Это был канал Лесной Строитель. До скорой встречи. Пока-пока. Я выбрал, кстати, место для своего следующего проекта. Оно находится прямо рядом с рекой. Ну, во-первых, все равно нужно туда съездить. То есть я выбрал его, судя по спутниковым картам. Нужно туда съездить, посмотреть, может быть, даже заночевать. Если это будет вам интересно, то напишите об этом в комментариях. То есть возьмем палаточку, посидим на берегу реки, разведем костерок. Рыбак из меня так себе, ну, можно попробовать поучиться. В очередной раз, хочу заметить. Ну, а там, может, и приключения какие-то будут интересные, посмотрим.